Привет, друзья и гости моего канала. Вы находитесь у меня на даче. Вы спросите, что я вам показываю, что за бутылки полные гадости. Я вам все расскажу. Эта бутылка действительно полная гадости. Здесь и мухи, и комары, и всякие летающие нехорошие. Но самое главное, здесь шершни. Шершни, от которых я и повесила эти бутылки. Но туда, к счастью, вот смотрите. Это шершень какой огромный. Вот такая гадость залетает в эти бутылки. Кроме шершни, и мухи, и размухи, и комары, и мошки, и букашки, и всякие нехорошие летающие. Развесила я их потому, что шершни повадились к нам в улики. Рядом с пчелами пытается туда залезть. Поэтому я развесила вот эти вот бутылочки. Из чего они состоят, я вам сейчас расскажу. И как я их развешиваю. А значит, я собрала вот эти бутылки. Я развесила сначала их 5 штук по всей даче. Но когда я увидела количество заполненных бутылок, я развесила еще 5. Вот это, кстати, дополнительная уже бутылка. И в ней уже почти треть. А так они заполняются прям полную. Я сейчас вам покажу. Бутылочки заполнены. Первые бутылочки. Это уже последующие, которые я развешивала. А вначале, просто это ужас. Значит, что я брала? Я взяла вот эти вот пустые бутылки из-под лимонада, из-под пива, из-под чего угодно, из водички какой-нибудь. Видите, количество мух полностью напханных, прям напханных. Вот, я беру варенье. Открыла баночку старого варенья, которого мы уже долгие годы оно стоит, не пользуется. Развела его просто с водичкой, обыкновенной водичкой. Допустим, одна баночка варенья, и я развела ее на 3-литровую банку воды. И потом вот понемножку поналивала в эти баночки и просто подвесила на деревья. И подвесила на улик. Вот на дерево, вот смотрите, здесь у меня помидоры рядом с уликами. Помидоры я на вот эти вот палочки повесила от горки. Видите, сколько уже там шершней. И персик, вот он персик, над самым уликом подвесила туда. И там шершни. Пчелы туда, что удивительно, пчелы туда не летят. Туда залетает вся гадость, но не пчелы. Проверено 100%. Вот смотрите, что там в этой банке, которая над пчелами. Вот посмотрите. И я рекомендую, если у вас есть улики, и чтобы шершни туда к вам не залетали, сделайте так. И у вас проблем не будет. Всем пока-пока.